И чаще всего они петушатся там 50 минут, а потом за один удар кто-нибудь кого-нибудь складывает. Бэтрайдер, кстати, вот посмотрите, Секси Бамбум вновь на нем будет играть. И Вайпер, Бэтрайдер, Тини. Ну, остается еще один саппорт, это, допустим, будет неплохо смотреться. Либо кто-то с точечным нюком под Бэтрайдера, либо кто-то, например, вроде Дизраптора. Поглядим, кого забанят Ластбаном и VP Феникс. Себе они забирают Джакира. Да, Ластбан у них есть. Ну, у них неплохой пик, знаешь, и последним героем бы добрать какого-нибудь там... Какого-нибудь героя. Да, определенно. Последним пиком здесь добрать, он Джакира, саппорт, Вич, Доктор, Дум, Хардак, Герокоптер. Ну, тут мидер нужен для КО. И я бы подумал, прежде чем его брать. Я думаю, что над этим сейчас и 4 цел думают, чтобы кого забанить. Ну, у КО мы знаем героев СФ, там Пларка, еще Винрейнджер. И, по-моему, еще... ну, я уж точно могу не... Ну, в принципе, он на всех нормально будет играть. Да, вот, допустим, Рейзера. Кстати, смотрелся бы плохо. Весьма-весьма. Хороший банк. Дизармить Вайпера того же самого, да. Вполне неплохо. Слушай, пятый бан для команды MVP Феникс. Они банят Дазла, да, вполне нормальный пик. Вполне, скажем так, логичный, учитывая то, что аппарат был забанен. Аппарат был забанен, забанен, кстати, а вот Хускар нет. Ну, сейчас. Ну, шутки шутками, конечно. Не, ну тут... Так же некуда его пикать. Да, тут уже основные роли такие заняты. Ну, разве что может быть пик MVP Феникс, ну там, уже Джакира, Вич Доктор. А слушай, может быть даже... ну, тут мидер, не, мид определенно. И те героев, которые сейчас имеются, мид, к сожалению, выстоять против, допустим, того же самого Тини Висп мало кто сможет адекватно. Ну, Герокоптер даже, ну, наверное, только Дум тут, но Герокоптер с кем-то в дабле в мидл, это, ну, да, и когда-то давно, я помню, ребята из Кореи вставили там антимага в даблу с кем-то в мидл, и он там фармил. Такое действительно было, но сейчас, наверное, ребята будут придерживаться более... Я так недавно на грудь принял, и антимагом Кирас собирал в миду первым артефактом, и, знаешь, выиграл даже рейтинг. Спирит Брейкер. Ласт пиком. Ну что ж сказать. Алхимик появляется. Кстати, они недолго думали, кто на нем сыграет. Интересно. Но все остальные более-менее на тех, на ком мы и предполагали. Ну, да. ЕГМ на Виспе, Пайкат на Тине, Вайпер, Никуа, Секси Бамбо Бэтрайдер и Сакса Спирит Брейкер. Отдельное представление команд. Да ладно, мы никогда не торопимся. Да не, просто уже уж там представлять. Тут все понятно, кто с кем. Остается лишь команда VP Феникс. Ну, здесь тоже все это довольно-таки ясно. То есть есть Кио, который открывает на алхимике в миду. Ну, кстати, интересно, какой этот будет алхимик, знаешь. Какой алхимик ты сегодня? С Акторином или Рэдиансом? Или тот самый, который показывал Лимп у нас не так давно? Собственно, это мы увидим буквально через пару минут. Райзен будет играть на Джакира. Форео отыграет Дума. МП играет на Герокоптере. Ну и, соответственно, еще один... Причем игрок основного состава у них там же, да, два стендена играют, я так понимаю. Ну. Да. Да, на Вич-Докторе сыграет Дубу. Дубу, да. Помнишь, да. Сегодня мы часто обращали на него свое внимание. Да, Бэйном играл классно, парень, на самом деле. Good luck, homie. Да. Homie. Да. Ну что ж, Хайрайзен здоровается друг с другом в чате, а могут просто ручкой помахать друг к другу, ребята недалеко находятся. Бамбо вместе с ЕГМ отправляется во вражеский лес. Я так понимаю, что здесь у нас будет находиться Бамбо в соло, и Вард себе хочет поставить в нужном месте. Он его себе и поставил. Затем, чтобы знать, когда делают отводы, чтобы на Firefly прилетать и собственноручно еще крипов забирать, и экспу, и деньги... Очень приятно. Тем временем трое ребят из команды MVP находятся наверху на клифе, прям готовы выходить на руну, если что, контестить ее. И нижнюю руну также можно будет поконтестить, но с другой стороны, кто ее будет брать? Нет, все-таки перетягиваются остальные ребятки на верхнюю руну, конечно же. А что у нас делает Бэтрайдер? Бэтрайдер ходит,
летает, ладно. Вар себе подставил, взял ботинок, в хардвине будет у него, в принципе, довольно опытный на этом герое. Знаешь, этот избушка Вар стоит хорошо, и есть даже вариант, что ее не тивернут, этот вардецкий, потому что он хороший, потому что очень такой прозрачный. Я имею в виду, не-не-не, его... он будет блочить спаун, его найдут. Я понимаю, что он будет блочить спаун, но обычно тыкают варды, такие сентрики, думают сказать, вот, наверное, они там хитро поставили, короче, и ставят его то вот сюда куда-нибудь, там этот сентричок, то впиливают его как-нибудь вот так вот и так, кстати, далее. Кстати, знаешь, если бы он не спалил бы вард, а точнее не спалил бы спаун, а поставил бы где-нибудь его здесь, он бы давал вижен сюда и спаун бы не блочил, в таком случае его могли бы не найти, а он бы видел все прекрасно. Но здесь, на самом деле, опять же, здесь часто очень ставят центрики, вот именно вот в этом месте. Ну, да, типа, посмотрим. Ну, знаешь, блочит спаун центри, именно опсов тут в данном случае, ну, может быть, и не найдут. Посмотрим. Полев, кстати говоря, может погибнуть, он через деревья, да, пока пробегает. Прокачал. Ой, висп, в принципе, по крипам ударил, но фласку сбили, тост достал, 35 хп осталось, Полев жив, и разве что придется несколько прогуляться до дома, чтобы отрегениться, ибо он очень много регена своего тратить станет на это. Там танк отъедаться, он лучше до дома сходит. Но он узнал за то, что у него дабл-линия у него находится и довольно серьезная. Тем самым команда VP, кстати, несколько сильнее будет смотреться на топе. Посмотри. Да, при всем при этом, на самом деле, мне вот что интересно. Пайка-то отправили стоять вместе с виспом в нижнюю линию, вместо того, чтобы сделать все как, ну, по классике, да, там тени висп миду, чтобы руны контролировать и так далее, и так далее. Нет. А тут вайпер. Да, он на самом деле против алхимика, именно вот как раз-таки о вариативности, о которой я говорил, ибо last pick, мидер был MVP, милишный герой такой, как Тини, ну, он будет смотреться неплохо против алхимика. В целом, потому что, ну, у него есть висп, он всегда ему, он его вытянет из любой ситуации, и Acid Spray просто такой его не заспамит. Вайпер будет смотреться лучше, как рейнджовый герой, и крипстат у него будет смотреть, тоже будет, в принципе, может даже получше, хотя Ко хорошо добивает крипов, он игрок довольно опытный. И тут у нас хотел прибежать взять руну. Баунти в итоге на боте. ЕГМ, по идее, наверное, желательно бы забрать ему. Но химик не станет туда бежать снова. Он вернется сюда и будет добивать крипов. Посмотрим, кстати, у него медас есть. Так что, может быть, он и будет качать медальку все-таки. И Acid Spray уже в двоечку. А, то есть... Ну, может быть, тот самый. Пока есть такой намек, знаешь. Обычно, если надо, качают танк сначала, там, чтобы ганги какие-то устраивать. И так далее. Ну, а бамбу здесь готовит. Firefly, еще один. Сейчас будет. Ну, на самом деле такой. Это ребята, которые должны начинать свое дело где-то, наверное, ну, с минуты такие с пятой, шестой, даже седьмой, наверное. Потому что, ну, до этого времени нужно, чтобы и Viper там опыта пополучал, и Убитрайдера лосо появилось, и так далее, и так далее. И Бара там побегал туда-сюда. Алхимик, разумеется, еще минут до 15 не будет актуальным, потому что, ну, обычно... Алхимики, они там выфармливают, да, не фармливают особо. А гирокоптер, ну, гирокоптер по достижению шестого уровня, как и Дум, Дэвидж, доктор, господи, все абсолютно персонажи должны получить сначала ультимейты, а потом уже что-нибудь там устраивать, кроме, наверное, Пайката и ЕГМа просто, потому что они там, ну, могут так говорить, устраивать, да, там у нас размен здоровья происходит на виду, далее Unstable и все дела, но с другой стороны, никого бить особо не получилось. И на боте тоже там ребята друг друга... Как могут, так и развлекают. Обмен любезностями такой стандартненький, на линиях. Но, все, знаешь, хорошо, сколько бы ты ни обменивался, важно, сколько у тебя крипов добить на стадии лейнинга. Ну, да. Сейчас 20 крипов медиунику, 15 алхимика. Там появился уже, он видел, как его сбрасывал. На двоечку есть спрей. Ну, может, в принципе, свободно, если нормально. Ну, не обязательно даже Макс регрибил. Говорит, реально, не обязательно. Если вы думаете, что алхимик исключительно только такой. Нет, есть боевой вид алхимика, который, в принципе, он стейблкон, конечно, имеет. Собирается несколько иначе. Там, помню, алхимиков через Shadow Blade и прочее, прочее. Начинает раскручивать, заходит с Лотара, потом бабах. Да. У него стан довольно сильный, поэтому можно его использовать подобным образом. У нас Виз приходит, отхиливает Тини. В принципе, он ходит, он может забирать там руну, когда она там есть, и все будет нормально. Туда, кстати говоря, еще поспевает сейчас Экси Бамбо, они забудят бутылку. Две фуловые бутылки теперь здесь видели только что. И вновь он будет сейчас Пайкат отхиливать. А да. Батрайдер, кстати, сюда пришел, ну, думаю, что и не только из-за этого. Может, там пойдет, хотя нет, он идет отсюда свободно. Забудить бутылку решили только, но...
Ему, может, во вражеский лес намекнут, мол, сходи, ты проверь. Да, там может быть... Кстати говоря, про стаки, да, надо знать, что алхимик будет делать стаки. И туда идет секси-бамбо. Но он знал, сюда зачем отправляется. Ну, классика. Правда, время. Бамбу. Он да. знает, сколько сейчас времени, и, скорее всего, знает, что в этот момент будет делаться еще один стак. Вот только он ушел, смотри, алхимик отходит, сразу да. масло от бамбухи. Масло пошло. Все, все, все можно алхимику прощаться со стаками. Ну, это классический бамбу на Бэтрайдере. Если бы так уже смотрели... Сейчас пойдет пятый Файрфлай. Там Рейзен пришел, ну что он сделает? Ну, Ликвид Файр, Дуал Брэс. Все равно большие крипы достанутся бамбу. Да. Никуда тут ничего не сделает. Он стейбл конкашн, не станет ничего делать. Так что пока... Хорошо, что не два стака забрал. Мог бы именно, если бы увидел, что нет никого, он бы и здесь по этой линии бы ходил, ездил туда-сюда. Забрал бы два стака вместо одного. Ну, сходил на бот не зря, пополнил алхимику, ну, господи, я пополнил, в смысле, виспу его ботл, зафармил спаун и... Забрал дабл дэмэдж, что важно на самом деле, потому что через буквально минутку, если другую, если он сейчас... А, он опять лес нарвается, я-то думаю. Да, еще один стак здесь сделает, сожжет его. В общем, развлекается как может. Хорошо, что он вот это все делает, но он не просто так бегает, тусуется. Он постоянно что-то, если смотрите за ним, то он постоянно реально какое-то обдуманное действие делает. Да. Ну, кстати говоря, EGM тоже тизер, нет у него маны. И, наверное, помрет. Это First Blood. Да, первая кровь. На разницу времени есть разбег сверху. Бежит Сакса, но, разумеется, ему придется этот все разбег. Не, ну он попробует. Он, наверное, думает, что, скорее всего, он там один и на баше прокнет. Но все же решил, что нет, так глубоко не стоит нырять. Хотя и добежал уже фактически на вражеских хайграунд. В данный момент я сам передумал. Происходит алхимика. Здесь у нас EGM с пайкатом. Пайкат хочет в дубу сыграть. И чар туда делается, Аваланчем достает. Тосом сверху накрывает. Думал, даже его же. Так, каски полетели, каски закончились. Но он стрелял, как кашин залетает. Проблема у Саксы, вывод со здоровьем. И далее пайкат. Будет разворачиваться, будут ли помогать своим товарищам, потому что Саксы уже отправится в таверну. А далее пайкатища. Ну, EGM, скорее всего, здесь убивает, потому что, ну, а что еще остается? Нет, тизернулся, выжил. Молодец, молодец, товарищ. 2-0 в пользу MVP Феникс. Опять Аваланч Тос. И EGM заберут. Пайкат. Ну ничего не сделает здесь уже никак. Надо понимать, что Аваланч Тос пока недостаточно максимального уровня. Даже вот с тиками Фолев справляется. Ждать нужно Аваланча. Тот просто отмансовывается, бежит дальше. Через секунду Аваланч достигает, делает удар, он делает килл. У него есть еще 5 зарядов в стиках, между прочим, негрейжных. Есть еще один Тос. Ну, Спирит Брейкер долго бежал. Тот, конечно, успел отойти. Ну и баш бы прокнул сейчас, и Рейзен погиб бы 100%. Уже хосту взял, ну, хосту прокачал. Все, не догнал он Рейзера. Рейзена. Леденико. Долго и упорно фармил. И имеет даже первый крипстат на карте. Но, к сожалению, не тут-то было. Вмешивается команда MVP Феникс, и жизнь его становится несколько хуже. Да, на 8-й минуте MVP у нас лидирует на 3 килла целых. Ну, разумеется, по деньгам там, ну сколько там, около 2000 будет. Ну да, пока, да. Может быть, для начального старта неплохо. Ну и на самом деле у них герои очень интересные. Мне будет интересно посмотреть за тем, как себя здесь реализует алхимик, и что соберет он для команды. А уж тем более в героях коптер, я не сомневаюсь. То, что он киллы будет делать, это уже как минимум делает игру интереснее. Смотрим, что он будет делать еще. На топе, кстати говоря, вышку спушили MVP Феникс, продолжает там стоять гирокоптер. А остальные линии пока все еще нафармливают ключевые айтемы 4CL. Например, Нико готовит меку, а Тини готовит что-то. Ну, например, блиндагер. Видите, кстати говоря, Нико отрезает кулон, реально быкует. Хотя ему реально еще надо пофармить, желательно побольше. 25 крипов всего. Стейбл Коншен. Ну, понятно, там один гривилс грит, что, в принципе, достаточно хотя бы для того, чтобы эффект был. А уж в каком количестве не особо важно. И Сакса, даже страйк делает Solar Inquirer, сверху накрывает тосом. И это секси бамбу отбрасывает с Rocket Barrage. Чуть было не сделал аж на хайграунд. Так бы мог даже спасти за Нико. Еще очередной Rocket Barrage. Ну и тут хотя бы пласку сбили и накрыли Саксой. Айс пас. Там оказывается Сакса. Секси бамбу здесь. Кло также поспевает сюда. Но команда 4CL отступает. И, к сожалению, Ко никак не достанет от стана. Хорошая работа. Да, учитывая, что еще и банки откинули, да? Да. Весьма неплохо. Лаймбрейк — хороший скилл, особенно если ты играешь против алхимика. Очень хороший скилл. Ладно, глядим на мид и смотрим на Нику и думаем, когда же он будет реализовывать все то, что у него имеется. Но у него совсем немножко осталось денежек до появления меки, соответственно.
уже не топовый нетворс на карте, ну топовый крипстат на карте, но не топовый нетворс, потому что топовый нетворс у алхимика, а сзади него находится тени, следом идет дум, ну и уже там где-то после гирокоптера, который еще ниже дума, находится у нас, соответственно, вайпер. Так уж у него все хорошо с деньгами. ПТ так не нафармил. Обычно выходит на этой, в это время с почти готовой мекой и с ПТ-шкой какой-нибудь вайпером. Ну, не в этот раз. Смока, кстати, на бит приходит бамбушка. Будет приходить вниз и, или же во вражеский лес, где алхимик фармит. Может попытаться поймать его за, скажем так, ну, раздамаженное лицо. Или же просто там бамбу фармить пошел. Да, причем да. Реально у Коо такой сочный стак он забирает. И ничего ему не даст. Ну, Асид спрей пошел, конечно, видит алхимию. Что происходит? Там, кстати, бамбу дофармливает блинкдаги. А кстати, главное отсюда уйти. Да. Почти его дофармил. Под смоком там целый ганг от MVP. MP, Дубу, Фориев. Идут на хайграунд к сопернику. Идут к Нику в спину. Тот до сих пор пока меку не дофармил. И, скорее всего, она будет на некоторое время откладываться. Да. Уже с двух сторон залетают. 5 человек на бедного Нику. Но там уже Дуба сразу делает пал. Понимаю, что тут все настолько быстро произойдет, что его помощь там даже не особо нужна. А секси-бомбу такой смотрит. О, нашего вайпера убивают. Отлично. Пора дофармить себе блинк. Но он дофармит. И вот что это касается. Ему главное свое получить. Он да. Свое получает. На карте, кстати, он занимает достойную четвертую позицию. Пятую. Да. Уже пятую, да. Дум. Мани получил с двух. Да. Вот он и блинк-даггер на 12-й минуте для Бэтрайдера, который будет реализован немедленно. Потому что, ну, зная секси-бамбу, вообще, на самом деле, MVP должны были сразу понимать, что стаки либо там делать не надо, либо их надо контролировать и беречь как зеницу ока, потому что, ну... Все находятся в одном здании. Я видел, как сидели MVP и смотрели стрим Чански наш. Ну, скорее всего, английский кастер, разумеется, потому что нас с тобой не понимают. Но все-таки они смотрели стримы гейм-шоу. Так, стан, виск. Дай куплдаун. Релокейта нет. Много дэмэджа получает Пайка. Старается максимально работать EGM, что от него там требовалось как-то пытаться захилить, но не тут-то было. И его забрали. И Тини. Даблкил получает MP. Алло. О чем я говорил? О том, что стримы-то смотрели, видели, что творил на Бэтрайдере Секси Бамбу. Видели. Мы видели, что он действовал, вот он два раза появлялся на Бэтрайдере, у нас, если мне память не изменяет, и два раза он работал по одной и той же самой схеме. То есть он залетал, делал свои дела, и все... все но у него вариантов немного так-то. Да. И при этом, при всем, там, минутик 20-25, он имел уже все, что ему надо было, да, там и форстав, и блинк, туда-сюда. Так, сейчас будет реализация, скорее всего, всего того, что есть у ребят, того, что дофармлено были. Дум начинает фокусить, БМ нажимает, аваланч получает опять же в лицо, айспад по тинику, далее входит Бэтрайдер, кого он будет трогать, а трогать он будет Дума, потому что у него и маны на Дум нету, и самого Дума у нас тоже не будет. Еще один тос, хороший кулдаун, Пайка отправится домой, далее проблема будет у ЕГМ в первую очередь, потому что уже за ним уже гонится гирокоптер, тут же так, сбивает Райзена. Забирает, да. Но... Алхимик до сих пор жив, сбрасывает стан в Нику. Нику нужно добить, но ЕГМ его выхиливает, там уже поспевают все остальные, надо добить. Нику уже тоже умер. Last hit делает Вич-доктор, чарж в дубу. Ко, ничего сделать не может. Он единственный, кто тут выживает, и много денег он получил. Но знаешь, что самое интересное? Алхимик не получил ни одного килла. У него счет 0-0-9. Да. И денег, соответственно, здесь выпало ему, ну, немного. Да, а 1600 золота получил у нас перед брейкером. Я у него и топовый недоворс на карте, кстати. А это очень хорошо, это, знаешь, называю словом на букву Б баланс. То есть, с одной стороны, алхимик имеет топовый недоворс, и он мог себя как-то бустануть, скажем так, за счет того, чтобы там получил 1, 2, 3 килла во время этого всего дела. А с другой стороны, ну, давай посмотреть честно, да, его команде тоже нужны деньги, более того, гирокоптеру они нужны больше, чем этому алхимику, потому что у него нет такой возможности так прям фармить с блинка, врывается в пайката, тут же кулдаун неплохой от MP, и айспас, все, до свидания, говорим мы этому самому тиннику, приходит EGM с релокейта. Да и отходит на крипов пока что, просто потому что, видимо, хотел забрать, я не знаю, что он хотел делать, поддержать своего тинника, может быть, там через тизер. Но неважно, важно то, что где был EGM, туда он и вернулся. Так вот, установить гирокоптера, установить думчанского, дать ему возможность собрать другие артефакты, которые важнее, чем алхимику. Вот что, она, да. Реализация с блинком Коа нападает на Нику. Это тоже по старая сути, это алхимик с медалькой, если помнишь, у нас сегодня такой был. Да, но помнишь, была в чем проблема? Не было дэмэдж-дилера.
Ну, по сути, он был как семисаппорт. Здесь этот дэмэдж-дилер — гирокоптер. Поэтому... По сути, даже вот пока Сакс, он не физу, пока дает макро, он дал много дэмэджа, достается все равно ребятам из Пурсиел. Да, MVP начинает разваливать кабин направо и налево. Что ж, 5 тысяч здесь по золоту, по XP, конечно, поменьше, потому что команды более-менее вровень идут. Но, понимаешь, деньги распределяются более-менее равномерно между MVP-шками. Опыт разделяется тоже более нормально. О. Shadow Blade также готовит пайка. На топ перемещается MVP. И там же разбирают вышку. И именно так. Давайте смотреть за тем, как Т2 будет падать на 16 минуте, знаете ли. Аваланчики поехали, они просто в крипов были, да? Да, именно так. Бэтрайдер тем временем вражеские стаки опять же набревает. Готовит себе деньги на форстав. Ему они жизненно необходимы. Dire's top tower has fallen. Такс, Сакса. Сакса сейчас стрядит. А хотя нет, это план просто капкан от четырех клиров. Еле прикольно, потому что будет выход на Сакса. Сакса будет пытаться уходить, но нет, там айспад, и его уже никуда никто не отпустит. Он может пытаться разогнаться или бах. Да, он хотя бы как раз таки разогнался в ту сторону, куда же и был айспад. Да. Ну что ж, кстати, пытались, да, повесили Solar Crest на иллюзию Бэтрайдера. Я и понимаю, MVP, что об их планах на Рошанана, этого самого, знают ребята из клеверов, но они не представляют, насколько близко клевера находятся сейчас к их текущей позиции. Ну, пайка-то видно. В этот момент хоть что-то полезное сделал, он задестроил вышку, поэтому можно вернуться там с Рошаном, что-то поделать. Форик, например, на хайграунде находится и оттуда никак не сможет уйти. Более того, ласто еще есть в наличии, так что очень-очень хорошо все здесь складывается для клеверов. Вылетает туда алхимик, начинает раскручивать банку. Сбрасывает его на секси бамбу. Айспад туда же летит, секси бамбу получает Solar Crest. И достает Dual Breath, но отсюда отступает команда MVP. Можно сказать, что Force-L сейчас хорошо сыграли в том плане, что не отдали Аегис. Такими вот незамысловатыми действиями. Но вот Форев там все еще остается. И про него, наверное, стоит вспомнить, например, надо, например, игрокам Force-L. Телепорт принести, например. Да, это долго, вон курьер вообще не туда летит. И к тому же без... Может, ему дубу даст ТП-шку? Одолжи ТП-шку дубу, Форев. Дубу даст, а потом и ТП-шку. Ну, все еще там продолжает стоять он. Покупает, по-моему, только сейчас что-то себе там он. Плейтмейл Форев покупает. Ну, по-моему, плейтмейл не позволит ему оттуда спуститься. Насколько я понимаю, он все еще там. А тем временем команда Force-L отправляется на топ-лейн, где могут, в принципе, если смелости хватит, то и Т1 забрать. Но имеется глиф. Тут приходит пайкат, делает один удар, и глиф сразу появляется. Да, это уже второй раз его так подловили. Там, кстати говоря, у Форева целая группа поддержки. Куо здесь же вместе с ним на хайграунде находится. Мол, давай, друг, вместе стоять вдвоем не страшно. Хаста появляется на боте, топ у нас... да, секси бамбу. А почему бы и не цапнуть? Он там наверху уже 300 к на нем. А Рейзен отсюда ТП-л делает, как бы, а фиг бы с ним. Он у него ТП-шка. А он ее не сможет заюзать, бамбу тогда в таком случае. На топе, да, у нас там драка, Куо здесь. Ну, забирают Нико вместе, Нико погибает, он вайперстрайк отдает, приходит мех, приходит ЕГМ, также еще и Сакса, неплохо сыграно в гирокоптера, сверху каски приходит пайкат, дубу дает Дезвард, погибает он, Нико все еще жив, он дамажит Куо, надо... Ну и здесь ЕГМ спиритов неплохо расконтролил. Не возвращается обратно, сюда приходит Форев. Наконец-то спустился наш горнолыжник. И тут уже пайката должны были забирать. Давно уж, давно надо было забрать. Висит, да. И также уходит Сакса. Но он здесь очень вовремя оказался. А несмотря на то, что да, в драку MVP поступали постепенно, они ее, я бы не сказал, что прям проиграли основательно. В итоге они сыграли 3 в 2. При том, что забрали двух кур-героев команды Force-L. Но все равно то самое преимущество, которое у них было, оно потихонечку скатывается. Ну да, они 1500 золота отдали сопернику. Да, у Думчанского готовится к появлению шивок, я понимаю, потому что Кирасу, я не знаю, будет, но творить не будет. Хотя, кто, если не он, будет творить Кирасу? Алхимик, ну не знаю, он там в Солокресте в своем, в Брингдаггерах и так далее, и так далее. Закрутился. Так, смотрим на... Тетника, видим у него Атар, видим у него Аганим готовящийся. Бэтрайдер, где твой форстав?
Бетрайдер. Бетрайдер Форстав в курьере. Вот он появился в бамбухе. И все, и поехали. Просто бамбухать направо и налево. Интересно, сейчас, отыграв немного Ford Sales, могут ли они сейчас действовать так же? Ну, с той же самой, с тем же самым результатом. Кстати говоря, да, уже ответ на мой вопрос. Упал Witch Doctor, забирает его пайка. Далее сюда приходят на ветрах у нас Бэтрайдера, подцепили на эспас и на все остальное. Выпорстав и Вэтсолдов. Оттуда МП получает от Нико. Вайпер Страйк. Туда же идет Чарж. Стан сверху от Алхимика идет в Нико. А Рокет Бэрридж полностью в Нико. Саксы вырывается в драку. Соларанг Варьер погибает. Ко под Риджой находится. Очень много дэмэджа может перейти теперь сверху. Слепамбу дает также банку. А Джекер убивая, умирает. Ко вместе с Форевым здесь справляются. И также Дум на Пайкате. Ко заканчивает работу тем, что... Опа. ЕГМ. И да, немножечко, знаете, может не поменять все, потому что у Ко, мало того, что закончился рейдж, он сейчас погибает на наших глазах. Фори вон также может подставить. Не, главное не забыть, а то сейчас, да, а то я же думал, мне в ЕГМе я не сомневался, а то бы сейчас вместе с Пайкатом летел до дворцовой дубы, дуба погибает. Главное не умереть Бэтрайдеру, то будет не очень красиво смотреться. Но в целом я рад за команду 4CL, потому что мало того, что сейчас когда-то в какой-то момент было преимущество у команды EVP аж 7,5 тысяч золота, они это отыграли и отыграли еще и за эту драку. Вновь 1500 получают они. И 1000 в разнице, если посмотреть в целом. Но байбек веспа был потрачен. Ну, опять же, это стоило того. Это да, конечно, который, результаты да, есть. Ворфит. Оно того стоило. Несмотря на то, что Тини погиб, он все так же пока конечку идет к своему аганиму. А это очень важно сейчас. Если он отставал до этого довольно много по деньгам от Куа, Куа сейчас сам погибает и фармит меньше в разы. Он имеет нетворс уже фактически такой же. И Герокоптер уже тоже погибает. Ему нужно БКБ, и это сейчас очень важно. Ведь из-за отсутствия БКБ он сейчас в драках-то и погибает. В смоках ребята из MVP направляются в вражеский лес, где найдут кого. Ну, в первую очередь бамбуху, только его подцепить будет довольно-таки сложно. Ну-ка. Смотрим. Хотя есть и Улза для того, ну, чтобы... Ну, он там цеплять, один. Да. А вот и Никла очередной раз страдает от всего того, что есть, да. Получает кулдаун, плюс еще немножко дэмэджа от Сирокоптера сверху, с руки. Видел, с да, что у нас Висп хотел сделать, и гейм почти да. Этому удалось. Эвакуация, на самом деле, штука классная, но теперь еще и он, скорее всего, погибнет здесь. Чуть-чуть не хватило ему, чтобы спасти своего тиммейта. Как бы это было очень внезапным для команды MVP Феникс. Более того, я посмеялся с того, как Concussion начал Алхимик раскручивать прямо по таймингу. Говорит, давайте тайминг угадаю. И раз. О, у него там да. На самом деле... Не так-то уж и сложно. Сбросить ее можно в любой момент. Ну да. Ну что ж, глиф, да, надо 3, потому что, ну, все уже, 22 минуты прошло этого матча, и уже MVP атакует бараки. Поехал, барак. А, не сразу, сразу. Да, сразу два, бывает. Решили расплитить свои силы и забрать оба сразу, пока нет виспан. Бэтрайдер немножко напугал их. Также врывается Саксар. Все хорошо. Незерстрайк. Форева, кулдаун туда. Ох, это печально. Это печально, потому что дэмэджа очень много. В том числе все это еще и на макропире было. Господи, Пайкат еще сейчас просто объяснят, где раки зимуют, как говорится. Ну, а МП может пройти в таверну, протопнуть Сакса здесь. Также Рейзен сейчас хороший спас дал. А он сам, кстати, чуть было не помер, хотя может развернуться и помереть еще раз. У него все еще есть на все дело шансы. Рейнджовые бараки доламываются, между прочим, катапультой. Да, вот миличный уже, наверное, стоит отставить. Бриндагер да. Покупает Дум, Алхимик погибает. Ну что ж, 3 в 3 плюс 1 боевой, который сфорсили у клеверов. И минус, считай, сторона, ну хотя миличный барак сейчас состоит наполовину полный. Ох, там. Слышишь там, что а происходит? Ничего не происходит, а кто-то кричит. А может мы с тобой, получается... Нет, подожди, мы в лобби сидим, у нас да, нет задержки, у нас нет задержки. Просто, видимо, кто-то призывает. Ну, давай, спушь еще одну, а? А, вот кого призывает. Да, очень быренько ребята забирают Герокоптер, кстати, и в момент выбран очень неплохо. Стоит вспомнить, что и Рошан сейчас стоит. А может быть... А почему бы и нет, а но... А Пайкат-то вроде такой, типа, опа, и ушел с виспом, а на самом деле находится в лотарии, будет идти куда?
Кому-то все еще здесь, Фориф, Рейзен. Так у него мало маны. Да, у него-то мало, но есть рядом Сакса. Нападают они, полный прокат от Форива. Должен быть еще что-то, ну, что-то наподобие за страйк. Наверное, он-то и был. Пайкат погибает в итоге на Макропире. Боже мой. Форива. Устраивает Форива, по сути дела. Да, но он очень толстый. Они выбрали, наверное, не ту цель. Да и вообще не было смысла там оставаться. Молодцы, забрали гирокоптера. Дальше, наверное, отступить да фармить. Это было бы больше пользы имело, чем на кого-то нападать, на кого вот. Так вот просто может не хватить сил. Ведь силы свои должен оценивать грамотно. А тут ребята ошиблись. Еще так, кстати говоря, у Бэтрайдера и Сакса. Здесь Форив. Под БМом срывается секси бамбу. Оказывается, Вайс пасит далеко, он Рейзена все-таки отвез за время действия лассо. И там же с Рейзеном у нас случилась беда, тут погиб. Именно так. Далее, что у нас происходит на линии? Я вот что думаю. Каковы шансы, на самом деле, у клеверов? Они есть. В общем, более того, по опыту они отыграли преимущество 2000 примерно, по золоту, ну, 2,5 имеется. Ну, не считая потерянную частично линию, я считаю, что ребята имеют все шансы на победу. Как ни крути, они имеют героя как бы в топе фактически. Целый и даже не одного, а двух. Правда, это секси бамбу. Если бы это был Вайпер, да, это было бы несколько иначе. А так Нико вроде бы как герой, который должен быть здесь являться. Ну, по сути, роль на нем такая, как танк фактически. К сожалению, мало пока. Он имеет, чтобы выполнять его в полной мере. Тут мы увидели, как убили гирокоптера. Далее также Сакс нападает на дубу. Тот не может поставить дезвар. Поставил его. И его быренько убили. Так что долго он не скастовал его. Это уже четвертый фраг. Сейчас на ваших глазах будет гореть. Это Форев. Погибает Бэтрайдер. Ничего страшного. Ребята сделали 4 фрага. Они заработали очень много денег. Гем выбили? Да, выбили гем. Дабл дэмэдж и Рошан. Ну, ребят, ну это прям... Это прям подарок судьбы. Я не знаю, как это назвать, да. 2000 золота получили for sale. Поехал Пайкатище разбираться с Рошаном. Тем временем посмотрим на графики, которые сейчас по деньгам потихонечку уходят в нули. Просто в полнейшие нули. Висп у нас будет с гемом. На него опять же можно будет кого-нибудь скинуть, типа Дума, например. Ну вот. А Егерс в руках у команды FOCL. От преимущества отыграли полностью, имея тени с виспом. Ребят, ну, пора отыгрываться. Еще есть несколько внешних вышек у команды MVP. Если быть точным, то 3. Да, их надо сносить чем раньше, тем лучше, чем быстрее. Но тени с ними хорошо справляется. Дэмэдж по вышкам у команды FOCL побольше, чем более MVP. Более того, да, Гиперстон себе закупил уже, и как бы и скорость атаки его повышается. БКБшку гирокоптер пока еще так себе и не накопил, но должен, по идее, сейчас ее забирать. Денег, по идее, должно было уже хватить. Он там мейнштов зафармил, и БКБшка прилетела. Но БКБ пролетела, наверное, это стоит отметить смоком. Кружка горячего. Смок, кстати говоря, отсутствует, поэтому не тут-то было. Ну, пойдут без смока. Сакр тролли, кстати говоря, у алхимика. Ну, окей, ладно. То есть он все-таки решил поиграть в... Хотя, на самом деле, знаешь, он живет в замесах довольно-таки долгое количество времени. Да, более того, ну, да. Это с дэмэджа. Действительно, как бы, просто ДПС. Так, Секси Бамбу будет входить сейчас. Сакс разгоняется, хватает МП. Тот Рокет Бэрш, нажимает БКБшку, полетел Дарья. Кулдаун довольно-таки неплохой. Посмотрим на то, что будут делать дальше. Ой, хороший дезвар, посмотри, какой хороший дезвар. Да. Пока тут, между прочим, только лишь Аегиса сейчас будет вставать. Но они же дерутся против Аегиса, вариантов нет, но сыграли уже неплохо, ребята. Его вот пошел Тини вновь. Соларинг Варьер оказывается в лассо. Его никто не атакует. В этот момент атакует Форева. Нико тоже может сейчас погибнуть. Пока все еще жив. Ко, вот-вот закончится рейдж. У него рейдж заканчивается. Он мгновенно после него фактически погибает. Уже сделал байбек Дум. И это минус 5. Зачем делать байбек на Думе? Ну, может быть, рейдж байбек, я не знаю. Но он Дум уже дал, и что он там мог исправить? Я, честно, не знаю. Варстом поставить, знаешь, там у него он есть. А Егис, вот было преимущество команды FOCL. Если бы не было Аегиса, я думаю, что MVP Феникс в этой драке могли бы реализовать БКБ, купленное гирокоптером.
в принципе, это очень было бы неплохо. Но сейчас мы видим, что 29-28 счет почти, ребята, сравнивается. Если брать преимущество, то это фактически можно и камбэком назвать в какой-то мере. В XP уже вовсе ребята номинируют, ну а деньги пока только начинают зарабатывать. А теперь еще не то, что нужно деньги зарабатывать, нужно и пушить. Желательно, конечно, сплит-пушить вместе с Биспом и Тини. Просто сейчас в драках не внесут больше тоже какие-то определенные потери и просто не могут после этого как-то где-то взять, что-то собраться и спушить. У них там погибает вайдер, да, и так далее. На линии, смотри, с 2500 преимущества MVP до 5000 преимущества кливеров. Просто так по накатанной скатились МВПшки и поднялись кливера. Да, если честно, минуте на 15 я думал, что все, FCL не смогут реализовать никак своих героев. Ну хорошо, что я ошибался, потому что такие игры, они смотрятся еще более интереснее, и пока я бы не назвал победитель FCL, потому что они также еще имеют право на ошибку. Ну, как все имеют право на ошибку, но на ошибку FCL уже, скажем так, лишит их еще одной линии. Да, именно так. Премиум MVP, у них все-таки шансов ошибиться чуть больше, вернее, право. Да, несколько больше времени, ну, возможности немножко, там совсем, и там, да, как бы могут ошибиться и те, и другие. Но просто вот MVP Феникс есть еще... Три вышки. Да, три вышки, во-первых. Во-вторых, в принципе, еще пофармить не могут. Алхимика вывести в топ. В принципе, и Мадефу легко будет сыграть тем, что у них имеются. И так далее. В идеале, конечно, я бы хотел увидеть Эгоним на Вич-Докторе. Но это пока еще, по-моему, сказки. Пайкат уходит отсюда, вышку эту никто атаковать не собирается. Возможно, ребята пока закрепят за свое преимущество, пофармят на карте, отпушат линии, впоследствии будут идти исключительно только с Аегисом. Ибо Аегисом действительно сейчас дал преимущество, очень серьезное. И без него вряд ли они будут рваться в бой сейчас. А если захотят напасть на MVP Феникс, милости просим, как говорится, попробуйте. Ибо Вижн у них довольно-таки слабенький сейчас, и напасть им точно в соперника сейчас будет довольно сложно. Там уже еще не забывайте про то, что есть релокейт. Именно так, что ж, двигается потихоньку. Кто два наверху, ребятки, из клеверов, и мы ждем от них продолжения банкета. Тини, между прочим, уже давно неплохо ты собран, да? У него с прошлого дарка еще уже появилась Кираска, у него есть и Shadow Blade, у него есть и Аганим, у него есть и Ogre Club. Вот. Гляди на остальных ребят, Алхимик, ну, с Радиком, понятно. ЕГМ взял себе госсептор, опять же, две драки назад тому. Ну и Секси Бамбу. Он собран, вот у него полный джентльменский набор, который прямо ему нужен. То есть БКБ, которая почти готова, там осталось буквально там сколько, 100 голды до него. А Блинк, соответственно, да, сейчас он продаст стик и купит себе БКБшку. Тревела. Форстаф, ну и Аганим лежит, ну и в бутылке даже регенерация еще на всякий случай. Вообще парень жить, поживать, добра наживать. Просто только в путь. Там Эйнштон фармит определенный стак. В принципе, к сожалению, большую часть карты зафармливает FCL, и даже в свободное время, ребята, как видим здесь, на графике, сейчас, секундочку, да, ну, получает, если уж не, ну, все равно несколько больше, чем соперник, хотя не намного. И сейчас уже... Через 2 минуты закончится основное время появления Рошана. Баунти забирает Пайкат. И на какие-то... Все равно на какие-то определенные действия пока не готовы. MVP видно, что они собираются все вместе, выфармливают всю карту, боятся также соперника. Но и сами не рвутся в атаку. Зафармливают своего алхимика. Получают свои артефакты. Я считаю это правильным решением. Пока еще рано идти мериться силами. БКБ, кстати, появляется и у спиритбрейкера. Да, было бы классно, если бы у тебя артефакты появлялись, а у соперника нет. Здесь они тоже появляются и реально действительно очень важные. Regeneration! Да. Так, далее. Вот вроде как кливера выигрывают, да? Вроде как они сделали камбэк, 7500 золота у них есть, но при всем при этом они это не закрепляют пока что. Ну, я понимаю, что стараются по максимуму аккуратно играть. Ребята не особо там как-то вот так выходить и попадать под всяческие... ганги и так далее, и так далее, и так далее, но при всем при этом все еще Т2 стоят по MVP, все еще они не падают, но если уже дальше будут проходить, если уж потом ребята решат пойти, то либо все там будет, либо ничего. Haste.
нет. Я имею в виду, что либо они пройдут до конца, либо нет. Ну, алхимик потихонечку догоняет Пайката, хотя и совсем по чуть-чуть. В конце концов появится Рошан, и несколько у нас пойдет игра в динамике. Поглядим, что там у нас произойдет интересного. БКБ имеет и тени. Это вот тоже очень сильно ждали. 10 секунд БКБшка, Пайкат. И тут еще курьер со смоком. Ох, ну понеслась. В этот же момент, не удивлюсь, если дадут смоук ребята из-под сейл. Но, кстати говоря, ой-ой-ой, го, блинкнулся прям туда. Пошел в рейдж, но дэмэджа, как много дэмэджа он получил. И он, и Фориф, они акнуть не успели, алхимик был вынужден сделать байбэк. ТПАЛ делает гирокоптер. И Незер Страйк. Ну тут у нас Ко, Рейзен, Бамбу. Неплохой спас, кстати, да, у Нико будут проблемы со здоровьем, хотя, с другой стороны, он настолько плотный, что там, кидай его вайспаты, не вайспаты, не уже... Саксу хотя бы заберут, да? Но, поверьте, он не самая основная проблема здесь. А вот она, проблема, прилетел на Тосе только что, прям вайспат, но разворачивается, и Ульса, не Ульса, опять же отправляется домой. Райзен, даблкил для Пайкатища, и надо бы забирать хотя бы Т2, а там уже можно, на самом деле, учитывая то, что у MVP нету. Нету байбеков, ребята, вы куда? Ну снесите, пожалуйста. Рошана нету, Рошан еще не появился. Зачем вам фармить? Пожалуйста, вы решили сыграть в доту, где там, не знаю, Cloud9 Scary Faces. Несите, ломайте. Ну. Ну, не хотят. Даже Т3. Вот я не понимаю, почему Т3 не стали с виспом организовывать. Т2, да. Ну, Т2, Т3 хотя бы, да. Ну да, тут, не, тут сторона подарочная стоит. Может, даже полторы, может, даже две. То есть, а Т2. Даже не Рошана не пошли, хотя того, в принципе, еще. Ну, тот по таймингу мог бы появиться, его нет, но они этого даже не знают. Они даже туда не пошли. Что за пассивность такая, я не понимаю. Что творят клиенты? Боятся в UCL. Боятся, но тем не менее, пока это им дозволено. Пока. В следующий раз такого не будет. Вот именно, знаешь, они хотят зайти именно с Аегисом, видимо, на хайграунд, поставили себе такую задачу. Да, мы выиграли драку, мы молодцы, но есть еще куда стремиться. В принципе, Тини еще там имеет какие-то деньги, БКБ 9 секунд и так далее. Остальные тоже дофармливают, в том числе и Нику, а тоже 2500 имеет. Но вот гем появляется у Дума. Неприятно, конечно, сейчас еще варды поломают у них, а у них есть где-то вижен определенный. Ну и тут мы видим, сейчас под смоком вновь они идут выигрывать очередные драки, и сейчас уже, может быть, даже готовятся к выходу на Рошана. Да, выиграть драку на Рошана, взять Аегис и уже спокойно дальше пройти и снести МПшкам все к чертовой бабушке подчистую. Но посмотрим, насколько это будет реализовано хорошо. Глядим в то, чтобы, во-первых, секси Бамбу. А Firefly начинает разведку боем. Разведка боем не показывает ничего, потому что вовремя ретировались в ВП. Активирует он инвиз, и по окончанию Firefly будет двигаться, искать кого-нибудь. Ну, наверное, не видел, что там гем. Но это очень неприятно будет, если его найдут. Да-да. Гем есть у Дума. Но опять же, не ожидают появления Бэтрайдера из инвиза, просто потому что он не имеет никаких... прячущих таких средств. Но снесли Т2, ладно. Дальше что? Дальше будет его попытка зайти на Т3, потому что, на самом деле, я понимаю, почему боятся Кливера, потому что, ну, их уже неплохо так убивали в начальной стадии игры, в мидгейме. Муншард появляется у Тини, вот сейчас можно, на самом деле, попробовать и... Ну, вот так вот, без боя, отдают Рошана и VP Феникс. С гирокоптером, алхимиком. Смотри, как Пайкат настукивает просто по Рошану. Смотри, бам-бам-бам. Ну, с Муншардом не удивлен. Да, с Эверчарджем. Это, извините меня, ух, как много атаки. Все, ну Пайкатище, поехали. Да, он, давай. Кстати говоря, проглотил Муншард и вместо этого забрал Аис. Ну, чуть помедленнее сейчас будет атаковать, но все равно довольно-таки быстро. Опять же... СПТ-шка, у него все хорошо. Пошел вперед. Сломал вышки Бэтрайдер, хватает Дубу. Ну, хоть кого-нибудь в данном случае Дубу ничего не успеет сделать, на него еще и разбег взяли. Болит, да, подкинул. 52 секунды будет находиться в таверне. Да, неприятный момент. Рейзен вместе с МП на топе. Тут, кстати говоря, Ко находит Пайкат. А тот... О, боже. А тут какой ведь без рейджа был сейчас. Как хорошо, что он ушел на блинке. Пайкат.
ну, не заинтересован. Хотя EGM заинтересован, мне кажется, больше. Ну, тут уже ТП-шку проюзал и ушел. Они тем самым все равно, даже несмотря на то, что они забрали Вич-доктора, у них Аегис в руках, они не пошли на ХГ. А потому что у них крипы подходят к их бараку, который не лишний. Ну, ладно, Пайкат может сейчас хотя бы вот выйти вперед, допустим, с Виспом, не знаю, слушать Т2, у него КБшка, он может соло это сделать. Конечно, он может в соло. А вот забегать под Т2, это вот почему-то, ну ладно, Чарльз просто делал этот по МП, нет, он, конечно, не станет делать. БКБ ждали вот на Вайпере, получили. Хорошо, ну дождались, поехали, пожалуйста, Кливера, давайте поиграем. Не то чтобы даже заканчивать, на самом деле это им может аукнуться, ведь все же там Алхимик, ребят. Ну да. Извините, там уже сократил он дистанцию по отношению к Тине, в том числе и Герокоптер уже тоже силен, у него появляется сейчас уже бабочка вскоре. Это неприятно. Я именно по этому поводу, как бы, не знаю, готов сейчас ходить, ребят, подгонять их. Мол, ребят, ну, серьезно, хотите выиграть и давайте. Если нет, ну, извините. Я буду рад, если MVP вас за это накажут. Даже так. Хорошо. Ну, я даже не знаю. Смотрю на них, ну, вот. Вот ребят, вот играют в доту, вот уже 40 минут с лишним. Давно уже могли и МВП на самом деле пойти и пропушить все, что можно и нельзя. Ой, Октарин, о, Алхимика, здравствуй, мой хороший, к тебе еще и релокейт в лицо, плюс пара тысяч от Пайката и до свидания. Да, это Алхимик, это очень важная цель. Да, у него, видим, что и ББК нет, он был. Это и звоночек для команды 4CL. Может быть, стоит, например, через топ зайти. Даже, кстати говоря, EGM приходит после релокейта. Они забирают Т2. И, по-моему, Т3 сейчас не поздоровится. Т3, да еще и можно, знаете ли, сторону забрать, а бараки пробить. Господи, остальные все линии, разве что можно линию в боте забрать, так как там нету внешней вышки. Этот коммент миссил прямо по Пайкату, будет продолжение, а спад по двоим. 40 секунд не будет Алхимика, ребят, у вас есть много времени. Не стоит торопиться по цел, вообще не стоит. Да, их будут огрызаться на них как угодно. Опачки, секси бамбу, Солронг Варьор. Это же МП, надо сфокусить. БКБшку прожал, на нее нападает Пайкат. Там много дэмэджа было в виспа. Без оверчарджа Пайкат будет на самом деле давать очень мало дэмэджа. И БКБшка к тому же сейчас вот-вот закончится. Здесь мы видим, как туда Сакс отправляется. Он Незер Страйк делает в него и вместе с Нику. А ребята справляются. Чарджем еще прокатывается Сакса. И это full five man team vibe. Ребята разбирают всех, и Пайкат до сих пор все еще жив. И у него в руках Аегис. А это значит, что минус одна сторона. Я думаю, что пострадает еще и вторая. Но вот какая ситуация по байбеку. Там Т2, понимаешь? Да, кстати говоря, Виз байбекнулся. Там Т2, они придут на бот. Две противоположные друг от друга стоящие линии забрать тоже бывает порой полезно. Выкупился EGM, прилетел сюда на релокейте, какое-то время давал Пайкату атаку. Пришел Форев и вывели Аегис. Форев погибнет. Это он убил Сабэм, как будто ты не собирался даже его не бить. Просто решил джиджик бы с ним. Да, у него Аегис. Джиджи, пишет команда. MVP Феникс. Это был замечательный камбэк в исполнении команды 4CL. Как видите, в принципе, тот камбэк, который сейчас можно глядеть на график, как будто бы и ничего не значит. Но именно прекратить тенденцию роста MVP Феникс, особенно когда у них такой пик, было довольно-таки сложно. Но, а как оказалось, возможно. И уж тем более по зубам команде 4CL. Да. Что ж, замечательное противостояние. Заканчивается победой 4 клеверов и лепрекона.